Всем привет-привет! Ну а мы ждем, конечно же, мы ждем, когда же начислят студию. Давайте подведем итоги беста. Ну и как бы не всего беста, а только моего беста. Ну, сколько я вытащил, сколько потратил. Если честно, получилось больше 12 миллионов кредитов с продажи вещей. Это, конечно, весело. Причем самое интересное, что было много выполнено заданий, которые идут именно на продажу по кредитам. Соответственно, там были еще и звезды, но это уже лирика и мелочь. Итак, давайте же порадуемся за меня, посмотрим, сколько и чего я вытащил. Ну, большие подарки иногда я не покупал, потому что просто тупо не хватало музлайков. Ну, это не важно, потому что для меня именно важность была прокрутить кучу музлайков и вытащить большое количество мебели. Именно мебели на тридцатках. На тридцатках просто задание на 5 миллионов, которые надо типа пройти, выполняется сразу. Почти за одну акцию. Ну ладно, давайте, досматривайте под музычку.